Привет всем, друзья, с вами Бивис, со мной в скайпе также Александр. В общем, судя по последнему ролику, по комментариям, которые оставляли на ютубе, некоторые из вас недовольны то, что я записывал кейсы на этом сайте. Вопрос почему, я так и не понял. Во-первых, я открываю только там, где я хочу, я никого не принуждаю открывать на этих сайтах, понимаете? Это сугубо то, что нравится мне. В частности, выскажу свое мнение о тех, кто сначала пишет, как говорится, открывает рот, блять, вначале не проверив, является это правда или нет. Часто я видел такие комментарии, как «это все хуйня, не пробуйте, не ведитесь». Так пишут, как будто они уже пробовали открывать. На моих глазах люди выбивают ножи, выбивают дорогие вещи. Я понимаю, что сайт не уходит в минус, я понимаю, как это все устроено. Ну, просто не вижу смысла доносить это вам. Я открывал кейсы там, где считал нужным, с выгодой для себя. И никого не принуждал открывать на этом сайте. Жить стадными инстинктами вы вначале проверьте, еще раз повторяюсь, а потом уже пишите свое мнение. Не знаю, что сделать, Сань, давай открою еще 10 кейсов. И как бы, блядь, без монтажа, что выпадет, то выпадет. То есть я стараюсь отбирать всегда то, что мне выпадает, хорошие вещи, что зрелищно будет, блядь, смотреться. То есть, ну, раз не хотите так, давайте будет, блядь, по-другому. Давай, что, тайны не будем открывать? Хотя нет, в пизду, давай лучше открывать вот эти вот кейсы кастомные, чтобы не думали, что там уже в этом кейсе мне подкрутили, ебать в рот. Давай, короче, вот, открываем наугад, вот юз. Так, а вдруг тебе в этих кейсах подкрутили? Да хуй его, короче, мнение всегда... Всегда будет, наверное, блядь, разное у всех. Крутится. Смотри, там, походу, да. Трамп открывал. Да. В лайфдропе. Камуфляж. 670 рублей, вы заебали. Ребята, вот сейчас идите в пизду, пожалуйста, не надо ничего писать мне. Я его забираю, все, юсп мой. Нихуя не буду разыгрывать. Давай дальше. Случайный глок. Давай, крутим. Его тоже Трамп открывал справа. Дональд Трамп. Карамельный яблок. 48 рублей. 48. Все, блок, продаю. Погнали, все быстро, в темпе. Чувак, ты лучше не продавай, у тебя 12 тысяч, ты просто можешь в контракты все херовые пушки закинуть. По сути, да, ты прав. Давай, дигл, погнали. Давай, дигл. Три кейса. Уже открыли почти. Давай. Как так? Гипнотический. Гипнотический. Ну, блядь. Рублей 300. 500. Нет, 574. Неплохо. Накупает кейс, то есть. Давай случайно М4, А4. Давай опять попробуем. Посейдон, блядь. Смотри, меня... Трамп открывал. Ебало, онемело. Не, на самом деле выпадет, блядь. Может выпасть, сука. 56 рублей. Нет, хуйня. А, не, контракты, да? Ну, все, в контракты. Да, попробуем да. Еще раз. И пятый. Пошла М-ка с глушителем. Цензурная М-ка. Ага. В общем, давай. Нитро. Нитро. Нормально. 100 с чем-то. Нет, 78. 78. Давай в контракт его тоже. В контракт. Погнали, случайный калаш. К-47. Слушай, мне кажется, Трамп все кейсы открывал. Смотри, он на каждом лайфдропе. Пробует, чё, хищник из жопы продать. Контракт! Нет! А, сука, да ёбаная мания продажи всякой хуйни, блядь! Ёбаная АВП, блядь, я его не продам. Вот сейчас надо в голове себя держать, не продать. Сука, не продать. Пизда кудрявая. Если твоя рука будет тянуться... Блядь, медуза, ебучка! Не, хотя и хорошо, что она мне не выпала, чтобы не писали, ебать. Там подкручено было. Да, блядь! Я же в голове держал, не продать. Ты продал? Да. Ой, уебан. Давай, кейс сахара, погнали, твой кейс опять. Да. И давай, блядь, еще, наверное, 5 кастомных, обычных откроем. Я думаю, будет нормально. Вот, блядь, скоростной зверь. Вот он. 1800 ебаных рублей, ребята. В пизду. Не открывайте никогда на этом сайте ничего, не надо. Просто не открывайте. В пизду вас. Я никого не принуждаю. Буду повторяться миллионы раз. Никого не принуждаю. Мой дроп. Я открываю там, где хочу, блядь. Законом не запрещено. Паша может только принуждать себя открывать да, на этом сайте. Да, гамма-кейс. Я просто, блядь, записываю это и все. Это быстро получается очень. Давай, гамма-2. Гамма. Чё это трипер за 14 рублей? В контракт. Чуть не продал, блядский мой глаз. Два, блядь, и что? Или я его второй раз уже открываю, это просто гамма-кейс. Не знаю. Там же их несколько. Ну, видимо. Ice Cup. В контракт.
Все, последний. Че, Сань, давай, тайное, да? Засекреченное, давай, запрещенное. Давай, тайное хочу. Все, кошерним сейчас крутится. Вон типам выпадают тут, блядь, повстанцы и огненные элементали всякие. Воу-в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 оу
что остальные поставлю потом. Стоимость контракта 537 рублей. Смотрим, смотрим. О, за 849 рублей 100-трек АВП. Спасибо. В общем, ладно, я его оставлю. Ладно, ребятки, всем спасибо. Разыгрывать ничего не буду. Нахуй, блядь, с вашим отношением, сука, к Бивису, бедно. Просто загрызли его, как нахуй. Вот как будто Бивису отрубили голову, она упала, и просто накинулись ее раздирать. Сука. Я же это не вырежу, братан. Да, сука, жалко тебя, бро. Вообще не по-братски подписчики поступают. Да, сука, жалко. Блять, ладно, все это шутки. Что кому вообще повыпадало? Не, ну смотри, у него есть нормальные вещи. Вот, то есть выпадает, типа, тоже 1017 рублей. Вот смотри, статрек P90, треугольник за 349 рублей у него первым кейсом был. Посмотри, откуда он прилетел. Засекреченного, то есть он окупил этот кейс, понимаешь? Да, да, да. Да. Ну, я-то понимаю. А вы, сука, понимаете, каково теперь Бивис? Он вам нормальный сайт, блядь, предложил, а вы забиваете просто гвозди ему в душу. Я как Марьяна, я устала, откуда столько агрессии? Паша, ну, блядь, я не могу на это смотреть, это просто у меня сердце разрывается, блядь, я не могу. Нахуй. До свидания.